or something. I forgot about it in 2 seconds. That's about it. All the living, the ironic rhythm is a grand orchestra. It's never the same tone. Who wants to stop this? There can be when the violent tone is over. Just be a rocket team.
I'd wanna just be a preacher with a brutish impulse. Preacher, the silent preacher. Watch out, keep your hands up. Don't make a big deal out of me. Preacher, don't be curious about me. I don't want you to get hurt. Watch out, keep your hands up. Don't make a big deal out of me. I'm getting crazy. Splash, splash, splash. Strangers say hello to me. Two more they name, so they carved on the stone. We're going home, but I'm a terrible liar. Forgive me, that's not the actual prayer. For the sake of the day, keep crying out. Swing the phone, swing the phone. Dream of heaven. Thought the dream of heaven never lasts very long. The running flash and dirty sky, it makes my wound.
А вот и Крама подошел. А, нет, не подошел, к сожалению. Но, так как уже 5 минут 3 часа, я предлагаю тогда начать наши ФТшки, а точнее хотя бы начать общаться с теми, кто пришел хотя бы на стрим. Пусть я один пока что. Карамы, не знаю, пока что нету в комнате. И если за еще не подойдет где-то примерно в районе 10 минут, то я предлагаю тогда начать со второй пары, а именно HDM Kyo. Подождем всех. Крама не подошел, HDM вызвался помочь мне в комментаторстве. Я даже не знаю, куда пропал Крама. Шатал сразу предупредил, что он... что у него интернет обрубился, и он не знает, сможет ли у него отремонтироваться интернет к сегодняшней ФТшке. А вот Крама, наоборот, вчера писал, что готов ко всему. Невероятная череда неудач. Главное, чтобы вы здесь собрались же, все-таки, наверное, да? Это так. Но опять же, Жизая нету. Хотя Дост уже зашел давным-давно. Уже даже люди из дальних пар зашли. Уже готовы играть, а вот Зая все нету. Тогда я сейчас проверю готовность еще одного человека. Какие вообще, кстати, здесь? Вот я хочу и узнать это. Ну, на самом деле, в принципе, это, можно сказать, наверное, уже классическая ситуация, когда люди не являются на тэшки, на которые сами, собственно говоря, записались. Это, как бы, к сожалению, очень часто наблюдается такая проблема и тэшек от лота. HDM прибавить сейчас будет. Как бы это грустно бы не было на самом деле, но стоит просто лишний раз упомянуть то, что люди, которые записывают на ФТшки, не являются на них и являются абсолютными жмыхами. Так что вы, пожалуйста, так не делайте, если захотите участвовать в ФТшках. Ну и в ФТшках, конечно же, все могут участвовать. Правильно, Тони? Да, я никого не ограничиваю. Только, как я сказал, если на ФТшках будут частые участники, то я буду отдавать приоритет новым или редким все-таки. Потому что я думаю, это как зрителям, так и самим участникам будет освежающе, так сказать.
справедливо. Так, ладно. Что так? Тогда надо спрашивать, какая пара готова в принципе сейчас сыграть. Ну, я подозреваю то, что скорее всего сейчас готов Самородок, поскольку... Да, я так подозреваю, наблюдается в чате. Самородок и Конш уже готовы, я скорее всего подозреваю. Так, я тогда тем временем... Сейчас по-быстренькому присоединюсь к комнате. Интересно получилось, конечно. Ну, как говорится в одной фразе с Sometimes you do be like that. It really do. Ну, да. Просто яркий пример того, как не надо делать, получается. Ну, в плане того, типа, то, что, опять же, ребята, если записались на пляжки, пожалуйста, будьте... ответственными. О, Киёх готов. Отлично. Все, Киёх написал, что да, он сейчас зайдет в промо. Тогда у нас сейчас будет ДМ против Киёха. И так как Карама не объявился, я буду это все в одиночку комментировать. К сожалению. Хочешь сказать то, что я постараюсь сделать это быстро, но я не хочу проигрывать. В моем случае сделать это быстро, это только в одну сторону, поэтому. Да ладно. Я сам вызвался на это все. Да? Все так. Так что. Нет, я в принципе сразу и написал, что если никого не будет, я буду сам все комментировать. Так, Киёх, я респектчу, поэтому быстро не получится. Киёх уже подошел, может становиться на это? Да, я тогда пропал. И вот я как раз-то им написал, что они могут начинать. Так, у нас Фауст против Джованны. По моим наблюдениям, не самый частый гость это именно Фауст. В принципе, в игре. ХДМ начинает с не самых своих опций. Честно говоря, у меня опыт комментирования чужих игр минимальный, поэтому я буду немного много где помалкивать. И несмотря на то, что толком Киёх не толком не вскрывал ХДМа, он уже снес ему все ХП. Не угадывается, не чаржа на 5D. ХДМ берет все свои руки. Первый раунд за Киёха. Опять же, ХДМ решил... сделать блок не самый сейвовый, свой эндер, из-за чего оказывает свой гул, но и выходит из него. Да.
Не жалеют, когда ему 50 метров на ЮРС. И Киёк забирает первую игру. На этот раз хотим поступать намного сейвовее. Не панишь за вифнутый бурст ходим. И вновь Хейок забирает всю инициативу. Случайно красавец ХДМ, из-за чего в итоге его панишит Киёк. Как говорил до этого ХДМ, он и вправду очень много респектит Киёка. Даже в тех моментах, в которых, возможно, респектить его не надо было. Дроп определил еще одну игру. Это уже 2-0 в пользу Киёка. Не угадал один оверхед, но угадал второй оверхед. Киёк. Из-за чего он забирает как раз-то ход. И опять ХДМ оказывается в углу, но выходит из него при помощи своего дайв-кика плюсового. Опять угадал Киёк, кстати, 5D, причем не чарженный на этот раз. Возможно, ХДМ надо побольше делать страйк-тро миксапов. И матч ой, раунд точнее забирает у нас игрок на Фаусте. Угадывает ХДМ. Но бомба все рушит всю его инициативу. ХДМ угадал в данном случае, но не пожалел бурста, и Киёк как раз-то побайсил бурст и убивает в этом матче ХДМ, и счет становится 3-0. Моды собственного производства, кстати. И вновь ХДМ оказывается в углу. Но все-таки получается у ХДМ выйти и вновь засунуть оверхед, который Киёк не угадал. Джованна с позитивом. Но ХДМ не обузит эту новую механику, на которой очень много критики, а именно фастерце. На эту механику много критики обрушилось. И пару лейфт-райт миксапов от Киёка, и матч забирает. Hello,
тратит бурский рёх. Хидем натыкается на ту же самую проблему, которую натыкаются многие игроки, не знающие матчапа с Фаустом. И Кио забирает еще один матч. Матчпоинт для Киоха уже. Сможет ли ХДМ забрать хоть одну игру? Играет интенсив нейтрал. И Фаусту везет то, что у него обычно его крауч может становиться лоу профайлом. И в итоге Киев забирает этот матч. Буквально еще один раунд, Киев по сути заберет эту хтшку. Держит в углу ХДМ. Киох пока что не угадывает. И теряет уже большую часть своих ХП. И ХДМ умудряется забрать раунд в перфект. Сможет ли перевернуть, точнее камбэкнуть ХДМ во всей этой ситуации? Хорошо ХДМ байтит бурст. Причем два раза подряд, по сути. Возможно, ХДМ сможет камбэкнуть. И да. Это 4-1. Мы продолжаем смотреть за игрой этих двух игроков. Интересно, сможет ли адаптироваться теперь Киох? О, Сумон и Фауст, подобранные ХДМ, загоняют Киоха в угол, но Киох угадывает и выбирается из угла. Много опять предметов. Каким-то, скорее всего, Киох просто дропнул в трек-трол миксап. В итоге из-за этого ХДМ забирает всю инициативу на себя. Имеет позитив, но Киох угадывает страйк, трек-трол. Но навряд ли это убьет Живану со 100 метра. Он еще даже не пробивает при этом стену. И ХДМ забирает этот матч. Ой, точнее раунд. Хотел сделать свой бросочек Киох, но ХДМ не пожалел своего бурста. Left-right миксап от Киоха. Опять множество предметов. ХДМ опять в углу. Но он подобрал пакет с миньонами. Точнее, дудку. У Киоха все еще есть бурст, он... Да. В итоге он угадывает и панишит за неправильный граб. Неверный, точнее. Вновь ХДМ оказывается в углу и вновь не получит 6 хс, к сожалению. И вновь пользуется Киох привилегией Фауста. О, хороший, хороший ДП от ХДМа. Октобрус Бейт был еще, ой. Но он терит Киох ХДМа. ХДМ опять вновь оказывается в углу.
Будет ли это матч, будет ли это победа Киоха? Да, это будет победа Киоха. Первая наша ФТ на сегодня заканчивается победой Киоха. Что ж, ХД на самом деле был близок к тому, чтобы продолжить эту ПТ-шку. Но, увы, Киев все взял в свои руки. Так, Зай все еще не обновил, не объявился. Так, ну так как Зай все еще не объявился, тогда я предлагаю пойти играть Конжу и Самородку. Так, я вернулся в сознание. Да. Я кое-как справился. Я испытал очень приятное ощущение от игры с Киохом. Мне очень сильно понравился сет. Очень жаль, то, что я не сыграл с нормально с Фаустом до... точнее, после патча. Меня очень сильно меня накормили микс-микс с кроссапом, но ладно, sometimes you do like that. Я не боюсь сейчас не об этом. Получается, у нас сейчас Самородок с... Конжем, да? Все так. С Конжом, да. Самородок, получается, я так понимаю, у нас все-таки решил остаться на соле после патча играть. У него все осталось в этом плане без изменений. Конж у нас он заходит здание на Рамлетал Валентайн. Все так. Ждем тогда, когда они уже оба подойдут. Так, они встали? Да, они оба встали. И они уже даже начали. Рам смертельная против соло плохого парня. При этом... Да, давай. Говори. Не, говори. Ну, судя по тому, что писали до ФТ-шек, это одна из самых ожидаемых, в принципе, пар была. И Самородок пока что берет, загоняет Конжа в угол, но Конж угадывает и выходит из угла. Да, ну пока что видим то, что, в принципе, Конж у нас... смог нормально заоптенить дефенс механику под названием БФД на вейке, но не очень сильно ему, в принципе, это пока что помогает, но, тем не менее, все это дать должное. Сейчас посмотрим просто на раунд старт следующий, ВС, ИФ, на предыдущей карте у нас, и управляется Самородок в угол. Ну, да. ТХ, 5Х, Брус отдается. Опять играем нейтрал, очень быстро их сильно поливает Конж, загоняет обратно Самородку в угол. Не комбит с КХ, джампслэш. Намешен был Мортабата в гапу. Очень правильное решение было. Ну, тяжело быть неправильным, когда у тебя есть такой реверсал тул. Ну, это правда. Да, все так. Новый 2S Рамлетал перебивает фарслэш соло. Арена Френдата очень хорошая кнопка теперь в нейтрале, стала намного более выгодной для свингов, чтобы можно было заставлять человека гесить, нажимать ЧСП или нет. И в итоге Конж забирает первый матч, несмотря на то, что первый раунд он отдал. Ну, там просто была не очень, была неудачная череда кнопок, которые, да, его сожгли его в мгновение ока, но Рамлетал как бы она еще сильнее сжигает оппонента.
Это правда. Играют нейтрал. Арка. Речка у нас. А точнее, вот, нажимают оба игрока резню. Резня, дальняя резня, нижняя резня. Все вифается, Мороды контролирует, Канжа у нас в угол. Идет у нас комба. Комба дропается. Дропается, но скорее всего ресетается. Ну, я бы не сказал то, что это задуманный был ресет, но он. Ну, как видишь, он сработал. Да, да, так. Нифига, вот это интересный брингер. Угадывает конч, что реверсал. Да. Но не угадывает дайвкик. Не угадывает также страйк троу. Байтит борст и, скорее всего, забирает. Нет, не забирает. Урометал хватает хп для того, чтобы выжить эту комбу. Конечно, там достаточно было хп. Но Самороду хорошо то ли реакция, то ли угадывает на прыжку Урометал. В итоге он забирает этот матч. Счет становится равным. Снова и БФД. Не было никаких кнопок в нейтрале. Все еще растанет свою прэшу в углу Самородок бросками. Кондишнинг, Гонфлейм. Да. Не выдерживает Самородок конш и да. Похоже на матч, да. Точнее раунд, да. Причем в перфект. Бэкдэшек у нас. Бэкдэшек, да. 6 по барре очень хорошее было. Все, отправляется у нас Самородок, забирает ход конш. Да, делает Самородок револьвер без СЦ, по итогу. Уходит, по сути, в угол. Все еще ставится в углу, все, потихоньку он наконец-то из него выбрался. Очень большой спейс у Канжа между стенкой и Самородком, поэтому... Тут не было вариантов особо сильных, на самом деле, очень сильно надеялся. О, потому, начал делать Самородок РЦ, но по итогу не успел. Да. 2D новое. К сожалению, дропается комбо. И ресет на дип получается. В итоге оказывается в углу Самородок. Против Рометал. Но Самородок... Ой, конш, точнее, очень хорошо респектит Самородку. Видимо, из-за реверсала. Ну, с реверсалом как бы особо сильно, так сказать, ничего не сделали, кроме того, что накинули стартапа и сделали паншибл. Но вот, в принципе, это общее, как бы, изменение для всех реверсалов таких. Да. У большинства персонажей. Но все-таки все равно конш респектит этот, видимо, судя по всему, реверсал и кнопки соло, и боится подойти, чтобы не отдать ход. Вот, 6 слэш трейдится с фарслэшем. Да, коробочки. Но видно было ДП, но это не очень сильно помогло Самородку. И Самородок, да, отправляется в следующий матч. Я на самом деле не знаю, на что он рассчитывал, нажимая в такой ситуации ДП против... Ну, он видимо, пытался зафишить какую-то кнопку большую, но там большие кнопки как бы все-таки поклэшили бы скорее. Возможно, он, скорее всего, думал, что сейчас конш просто подбежит и начнет прессить, поэтому нажал ДП. Возможно. Конш по итогу наоборот просто... Закидал его мечами. Это просто был слишком был ранний кол, на самом деле. Ну да. И комбит с Ганфлейма, и комбит очень удачно. Это не клинхит, судя по всему, да. Это вообще было СДП. А, ну окей. Sometimes. Не, я имею в виду. Я имею в виду клинхита Iron Drive, как бы все. А, ну там слишком, да, далеко было для клинхита. О, вот это было интересно, было ЭБ. Это, да, 100% панишится. Есть панишер, более дается бурс. Ой, вортекс какой-то странный. Вортекс антиэйр. Это какие-то, видимо, эсэперские теки, чтобы можно было профайлами как бы перебивать. А вот и ДП, который так много, видимо, респектил конш. Много респекта у него, от него ожидать сложно. Он дал бурс, побейтил ДП и, да, забрал раунд. Ну, вообще прикольно, на самом деле, в принципе, матчап выглядит как таковой, но мне кажется, соло все-таки все еще туговато,
приходится в этом матчапе, оно, в принципе, и видно на самом деле. То есть у соло таковых типа опций в нейтрале против рам как-то не очень, прям так сказать, что много на самом деле, учитывая... Но уж и спейшит удачно, самородок. Ну, да. Ну, все еще есть условно 2С у рам, который должен заставлять оппонента гесить опции в нейтрале. Это правда. 2К ХХ, ПРС нет, ну, дропнутая была конверсия, вымышился из этой ситуации у нас очень хорошо. О, ну угадал, все конч. Да. Меч. Отдает все мечи? Без мечей абсолютно. О, и скорее всего это смерть. Это должно убить, да. Да. И забирает этот матч Смородок. Равный опять у нас счет. 2-2? 2-2, все так. 2-2. Небольшой футс дает Смородок влететь Канжоу с вымышлся. Вот это был хороший был клэш. Который последовал... Байтил бурс, но по итогу все равно. Прессинг рам за 50 метров, как обычно. Да, не стал Самородок пытаться нажимать кнопки в рейку, увидел то, что у Канжа есть 50 метров, решил пореспектить эту прессу. Очень на самом деле много дропают. Но, возможно, это сказывается как раз недавний патч, ибо не все новые комбы выучены. Особенно на соло. Ой, решил нажать. А вот здесь отказался он респектить, да, почему-то. Но в итоге конш решил не продолжить комбу. О. И череда неугадываний приводит к победе в этом раунде конжа. Ганфлейм антиэйр, да? Да. Ой, поебешил, в итоге съел два класса США. Это было неприятно. 2С, очень хорошая кнопка в прессинге у соло. Да. Скорее всего, не будет тратить бурс. Yeah. Уже нет никакого смысла. Зато оба с бурстами в последнем раунде. Да, тут же тратит его конш на 5 хс кх. Прессинг у нас идет, 5 хкх. Не бурстит? Я думал, это была анимация бурста на самом деле, я даже не поверил в это, но это просто был волбаунс был. Не угадывает еще раз конш, в итоге, нет, дропает самородок. Убьет? Скорее всего не убьет. В итоге вообще решил не пробивать стену. Очень хороший 6П от Канжа, отправляется у нас на рейке поближе к стенке самородок. Граб очень хороший. Empty low и в итоге забирает конч. Очень хорошо. У меня все еще перед глазами эта анимация. Я честно думал, что это был анимация стартапа бурста. Я не знаю почему. Но именно об этом я подумал. В итоге там просто wall bounce был просто голый. Ой, 5 хс. Но не комбит почему-то Смородок с этого. Тратит он Юрце, не жалеет 50 метров на это. Очень хорошая комба, везет у нас Смородок по всей арене в приложенный угол, Фафнир, который у нас очень хорошо нажал Махтабат Смородок. И в итоге убивает. Слишком быстро проходит вся игра, черт страйк, я не успеваю просто описать всю ситуацию на вашем... Ну, Solar Metal, два big damage чара. Да. Один раз закомбят, и как бы пол хп уже нету, считай. Опять револьвер без 50 метра. Опять не боится потратить 50 метра на URC. Очень сильные решительные опции от Самородка были приняты за последние секунды, просто ЕРЦ, флеш-командник. АРДП против 6П. Да, это... Всех ресурсов просто лишается из одного решения конш, лишается пустар, лишается метра, лишается жизни, а Самородок только получает очередное очко. Да? Очень близкий по итогу матча у нас.
Как-то слишком просто Смородок оказался в углу, он все еще смог оттуда вылезти. Был форсовая шарка, была интересная, которую Смородок не стал реакции перебивать. Но слишком просто оба игрока оказываются на самом деле в углу, потому что чары такие. Ну да, у нас буквально от ворот до ворот получается игра на самом деле. Сейвит свой револьвер из угла Самородок при помощи опять же метра. Вообще не жалеет метра ни на что Самородок. Тратит его только в путь. А вот Конш наоборот его жалеет. Перебирается возможная опция Самородок, чтобы выйти и из... И скорее всего, да. Это раунд для Конжа. Виф паниш. Ну, у Самородка, на самом деле, достаточно было хорошо получается, в принципе, вылезать из угла против Рамлетау. Видно, типа, то, что Самородок знает и очень быстро осознает спейсы, на которых ему нужно выбирать нужную правильную опцию для того, чтобы выйти. Это правда. И при этом Конш очень много респектит. Только что прям очень много Самородок, на самом деле, респектил. Дал заметрогенить с одной реки метр. В итоге он потратит ли бурс? Не да. Тратит, но выживает. Бурс не тратит, все еще остается бурс, есть 50 метра, у Ганжа полный хелсбар, и да, это ему не мешает. Но дальняя резня... кнопками. Все так. Просто нажми дальнюю резню. Все, тебе больше ничего не требуется. Just do it. Не угадай страйк троу. Тут же загоняет по сути в угол. Конш тратит бурс. 5 хс, арка, ну, да, после этого как-то не очень сильно сложилось, Самородок у нас отправляется к Анжапу. О, комбит. Очень хороший был бэкдэш, смог перехватить себе ход конш, ПРЦ, конверсия. Очень правильные опции, на самом деле, игроки выбирают для того, чтобы выходить из чужого прессинга. Да, все, совершенно верно. Они очень успешно избегают атак оппонента, я бы даже сказал. Могу это описать, как две открытые книги оказались друг напротив друга. Похоже на правду, да. О, господи, боже, это убило. Сабрабатал очень страшная штука, на самом деле. Даже в таких ситуациях все еще страшно. Форсвэш, КХ. Есть у нас... Да, отправляется у нас Смородок в угол. Сразу Мартабата? Метр уже есть. Очень быстро как-то метр у нас накопился за 8 секунд, на самом деле, для супера. И очень быстро у Самородка, точнее, заканчивается хп. Сейчас мы, видимо, будем наблюдать удивительный инфинит прессинг под позитив бонусом, который уже... А, он уже закончился уже. Он уже закончился, в итоге делается горст бурст. Но у Самородка... Да, у Самородка очень опасная ситуация, так как 100 риска. Но он все-таки забирает ход. У него все еще есть 100 метров, на самом деле... Он побайтил Мартабата, но не побоится. Есть бояться, даст... Видимо, рассчитан на то, что сможет запанишить, нормально не получается. Все, тем не менее, остается у нас конш на звугу. Все еще пытается найти выход у нас из этой ситуации. 6-5, вифает ПРЦ. Комба у нас с Ганфлейма, и это убивает. 2 хс тир. Никто не ждал, но он тут был. Здесь у нас все еще у нас в третьем раунде. У нас сразу же на старте есть право на ошибку у Канжа. Он прям сейчас использует буст. Все, больше мы не увидим уже от Канжа бурст. Есть шанс на гейн буста от Самородка, но пока что ему это не нужно. Есть 50 метров. 6 хс не попадает, да. 6 хс теперь рекавери примерно столько же, сколько я успеваю налить себе чай. Очень большие жирные какие-то коммит атемпты на самом деле в команде. Один был успешен, второй как-то на самом деле не очень, пожадничал Самородок. Ему сейчас это будет очень сильно будет стоить жизни, скорее всего. Но еще есть возможность. Пока что не очень, да, но... И Конш все еще респектит, так как он, если он отдаст ход, то скорее всего умрет. Да. Но Конш все-таки забирает. Это ФТ в принципе. Надеялся, конечно, я на 4-4, но... Игра да, и так выдалась очень близкой и очень потной, как по мне. Очень интересная игра. Тогда я... Классный дефенс. Были дропнутые комбы, но были комбы, которые действительно заканчивали раунд. Это очень круто. Тогда я сейчас тегну Жузана. Потому что Зай все еще не объявился. Очень близкая игра была. Да,
сейчас тогда подождем ответ Жузана, и я тегну следующую нашу пару, а это Магрика и Суйджин. Так, Магрика у Магерка. Нас... Магерка. Да, у нас играет на Рамлетал, если я все правильно вспоминаю. Суйджин у нас это... Указывал он Рамлетал и Потемкина. А, ага. А Суйджин указывал, да, Анжи. А у нас есть возможность менять чара на лузер пике, или это у нас локин? Один раз, да, я предлагаю один раз лузер пик. Один раз. А, окей, хорошо. То есть, в принципе, мы, скорее всего, увидим сначала Магирку на Рамлета, а потом, возможно, мы увидим на Потемкине. Ну, возможно. Знаменитый легендарный матчап... Мид-тира Рамлетал против стриптизера и топ-тира Анжи. Это должна быть схватка. Мы сейчас наконец-то выясним, все-таки кто сильный на самом деле, Рамлетал или Анжи. Игроки оказались более готовыми, чем я. Они прям from get to go. Хорошо начинают Суйджи. Да, очень быстро у нас отправляется у нас стеночка, минус 50% хп, есть позитив бонус. Но... тем не менее, все еще не удается выбрать нормальную опцию, чтобы можно было дальше экстендить прешу. Магирка у нас угадывает. Опять же, очень быстрые матчи. Да, да, да. Не успеваешь даже понять, что происходит, сказать это словами, и Суйджин выигрывает первый раунд. С Анжи как-то очень страшно, на самом деле, всегда получается, потому что ты не успеваешь оглянуться уже, как все, ты уже оказываешься уже в его кнопках, и тебе нужно сидеть, угадывать его опции после Фуджина, а именно фоллапы, конечно же, идет речь. Да, его фоллапы сделали, вправду, очень страшными теперь. У него теперь очень быстрый оверхед, и он стал меньше минусом на блоке, если... Да, он минус 9 знаю, теперь. Что... Да, 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 да. И вновь очень мало угадывает Магикерка, и первый матч уходит Суйджина. Я точно не знаю, как его правильно ник произносить, к сожалению. Ну, я обычно читаю его никнейм как Магикерка, никаких просьб о том, чтобы поправить мое произношение не было, поэтому я предположу то, что действительно это было это правильное произношение его никнейма. Останемся с этим. Еще на самом деле, несмотря на то, что. Несмотря на то, что Анжи называют, конечно, слабым, все-таки его нейтрал немного страшный в том плане, что ты не знаешь, выйдет ли сейчас Фуджин или Перри. Его прессинг страшный, его нужно респектить. Это... Вот о чем как раз-то я говорил. Да. Но против этого работает очень хорошая опция под названием Граф. То есть абсолютно всем надо становиться Каем против Анжи. О, очень хороший эрбросок от Магирки. Прессик у нас отправляется меч. Тем не менее, все еще Суйджин удается выйти из угла. Все пока что в порядке. Меч обратно получает у нас Магирка, сразу же кидает нас его в угол. И сам в углу оказывается вместе с этим мечом. Угадывает Магирка. Да, не очень удачная опция от Суйджина у нас. Получается отправить... Не комбит, к сожалению. Не комбит. О, и, просто... короче, Перри. Просто проигнорировал Магирка опцию Суйджина за 50 метров. Не боится Магирка будет... вообще тратить свои мечи в нейтрале? Я бы не сказал бы даже то, что в принципе Магирка боится получить урон на самом деле. Пока что. Играет по принципу, живем один раз. Принцип блок урона не наносит у нас пока что, но... Не боится жать также в крутилку Анжи. Хорошая крутилка, да. Ну, не. Видно то, что Магирка не ждет, в принципе, каких-либо опций от Анжи, на самом деле. Нужно немножко успокоиться, чуть-чуть подождать. Благо, кнопки на самом деле позволяют и на такие, в принципе, опции, как таковые, но пока что. Байтит Мартабата? Да. Да, Магирка не блочится, у нас лоу отдает брус у нас Магирка, квеш. Да, о, очень 5D? Хороший. Да, он все еще никуда не отправляется. Да. Так.
Опять, комба, у нас есть 50 метров был отдан, есть пролом стенки, позитив бонус, у нас очень мало ХП у Абмагерки, но у него все еще 50 метров на то, чтобы можно было бы что-нибудь сделать с этим. Он тратит... делает, отменяет ПРЦ, да, отправляет стенку у нас. Опа! Это пробитие будет, да. Это пробитие, но на самом деле не самая лучшая опция в данной ситуации, тем более, что... Это попадание? Да. Не нужно было, не надо было ломать стенку. Он же все еще... А, он не мог не ломать, потому что там мечом стикнуло. Взрыв меча в любом случае сломал. Погоди, да, черт. Там такая ситуация была. Да. Я что-то, я упустил вот одну маленькую деталь из глаз. Ну, такое бывает. Ну, не повезло получается тогда. Не угадывает очень много магерка, честно говоря. Ну, и оказывается уже с меньше, чем половиной хп. Там и так, в принципе, на самом деле было раньше было страшновато, потому что накинули, сделали Анжи Вивканцеву Фужина сразу же фоллапы. Он мог просто мог себе запал монитора, мог сделать тебе на них. И это, скорее всего, да, раунд. Ну, да. Сейчас нужно еще больше, нужно постоять, нужно посмотреть, что делает Анжи, а потом уже начинать действовать. Очень хороший фейл. Опять отдает мечи? СКХ. Нету конверсии у нас форс ВША. Не делает Наги почему-то реку. Да. Вот прям. О! Это была попытка была в дэш реку. Ну. О, вот делает теперь. Все еще получилось все сделать. Есть пойти бонус 50 метров, но. Но не да. После пролома. А, дропает? Мартабата добьет? Нет, не добивает. Нет, не добивает. Можно было попробовать сделать Мартабату ПРЦ с Абрабату, наверное, чтобы можно. Мне кажется, там могло. Там с Артабата и так бы попало без РЦ, на самом деле, мне кажется. Но увы. Там. Сужин угадывает на лоу ХП. Мне кажется, там рекавери там стало намного больше, чтобы нельзя было делать такие вещи только с граба. Я не уверен. По-моему, я точно видел, как Армиталы после Мартабата делали с Артабата в ЭТГ. Это уже постпатч? А, постпатч я точно не уверен. Вот. А, больше половины ХП опять теряет магика. Ферри. Ферри. Я просто покручусь перед тобой, пока ты будешь нажимать Мартабату. Очень удачная была крутилочка сейчас от Суйджина, которая выиграла ему раунд. И по сути матчпоинт для Суйджина. Форсвэш. Еще кнопочки. Форсвэш 5х, бросок меча, меч на меч разбросается, магирк остается у нас одним мечом. Отказываются от обычной резни. Но возвращается меч. Нагиха. Это не самый правильный панеш Нагихи на самом деле. Так. Река. В стеночку. Так, РЦ. Будет ли. Дропается у нас комбат. Дропается, но. Остается. Но удачная пэри от Анжи. Уже в который раз на самом деле. Если мне не изменяет память третья. Я вообще хочу сказать на самом деле то, что во второй, наверное, да. Убьет ли это? Не убивает. На что потрусит? А, неудачный был буст. Да, это какой-то очень... И в итоге забирает эту ФТшку Суйджин. Очень сильный хардрит золотого буста от магерки. Ну, не повезло, что можно сказать по этому поводу. Все еще было интересно, была игра. Это правда. Спасибо. Побольше, конечно, мангерки надо было делать, мне кажется, реку, нежели выкидывать мечи просто так. Ну, там, да, там вообще просто, в принципе, как я уже сказал, нужно относиться как-то более как-то респектабельно, не побоюсь этого слова, по отношению к Анжи, на самом деле. То есть, в принципе, просто посмотреть, на какие опции есть у человека, подождать хотя бы даже просто крутилку. Потому что, да, как раз-таки, когда ты играешь против Анжи, иногда нужно... становиться да. На парочку секунд кайплеером, который бежит поиграть с тобой в нейтрал. Так. Сейчас у нас будет Джунзан против Доста. К сожалению, Зай так и не объявился. Как, в принципе, и Карама, по-моему, до сих пор не объявился. Я пока что пользуюсь, короче, моментом.
скажу Магерке, чтобы он перестал себя даунплеить. У него все еще впереди, и я надеюсь, что я увижу на будущих ТТшках Магерку, который преисполнился. Поэтому все отлично. Тем временем... Теперь у нас, скорее всего, будет происходить мелтиблэ. Дост против Жулзана, Чип против Мили, какой-то очень... Хай-спид матчап, и в итоге мы, скорее всего, не будем даже успевать комментировать. На быстрых скоростях у нас матчап сразу же... Уже в углу Дост. Уже буст. КХ, Коллслэш, будет ли у нас комба Доста? Комба пока что вроде... Нет, она все-таки... возможно, все-таки это был ресет. Окей, да, хорошо. Это, скорее всего, ресет, так как я и неоднократно видел, что Мили такое делают. Не угадывает Дост по итогу миксап новый с реки учитывая. Ой, выпал стенки у нас Дост, очень неудачно. Хороший перси граб у нас. Отказывается, в принципе, респектить какие-либо опции прессинга Мили Жунзан на чипе. В принципе, нельзя сказать, что он не прав. Ну да, это правда. Ну, в итоге он оказывается в углу. Я бы тоже не знал. Новый капель? Но ДП спасает от нового капеля. Ну да, там слишком была большая была высота на самом деле, просто поменялись местами ребята. Отдает буст Дост. Против всех этих миксапов чипа. Тоже не жалеет бурста Жизан, но в итоге Coldslash Antier работает замечательно. И решает даже закончить супером Дост. В итоге у нас 1-1. По раундам. Оказывается, под диском Жизан. Угадывает. Но не угадывает Капи. Можно, в принципе, наверное, все комментирование этого матча свести к угадал ли кто-то что-то. Потому что персонажи такие. Ну да, и еще потому, что у нас, в принципе, опция респекта как-то не очень сильно у нас представляется возможность. Судя по всему, у нас в любые дырки... Хорошая игра. Очень хорошая игра по Джунзана. Но он зафейленная Мити. Вейкап игра по Досту, да. Еще одно ДП. Это просто невероятная серия дизреспекта. Не сказать, типа, то, что... Но, тем не менее. Решил Дост приспектить, наконец-таки, но все равно не угадывает. Ну, можно было просто посидеть с нижним блоком, на самом деле. Но, по-моему, там Дост нажал бэкдэш, у меня такое ощущение. Возможно. Точно сказать нельзя. Слишком уж быстрые персонажи. 2D только что перебил у нас 6 по мили, не получилось, тем не менее, все равно реализовать у нас эту ситуацию, но... Ну, какие-то проблемы все-таки, на самом деле, у Доста с прессингом, я так понимаю, потому что он вроде бы и начинает нажимать чипу в блок, но очень быстро Жунзан вылезает из этой ситуации. Что же будет со 100 метров делать Жунзан? В итоге замиксапит 6К, точнее, покомбит с него. Он еще и убивает в этой ситуации. Это так. Все-таки персонажи у нас с маленьким количеством хп. Нагло очень раундстарт от Доста. Очень хороший 2 ПКХ. Нет у нас никаких продолжений у нас с этих кнопок. Опять не блочит он нижнюю атаку от Сыреки. Дост у нас. Я все еще убежден, то, что он на самом деле просто бэкдэшится или пытается... Или прыгает. Да. Я все еще в этом искренне убежден. Чихао у нас рдэш, ресетов у нас кнопочки. Хайркар очень хороший ПР. Видно было, что понял этот хит. Правильно было решение. В итоге опять у нас ровные по раундам. Вновь дропается, вновь выходит из угла. Сетапится на диск, у нас капель, 2D КХ, очень. Но не комбится, а сетапится, да, бурс не жалеется, байтится ДП, но ловится второй ДП. Угадывает Дост, Жузан точнее. В итоге происходит какой-то очень странный ресет. И панчами просто добивает Жузан, забирая эту игру. Этот матч, точнее. Это уже третья игра?
Это третий идет, да, 2 очка в пользу Шизана. Сможет ли Дот хотя бы один забрать, интересно? Или он сделает так, что мы будем смотреть, наблюдать 4-5? Почему ты решил не помиксапить, а побайтить, скорее всего, ДП? Очень, очень интересно. Не жалеет ФД вообще? Отдает спейс у нас Джунзан для того, чтобы снова вернуться в прессинг, на самом деле, это очень был большой... Столько empty low, уже хай был, который не фазится. Угу. Интересный миксап, который я, кстати, вижу впервые на чипе. Опять у нас 5p в ХХ, который ни во что не переходит, хочется хотя бы один раз увидеть 5p 6p. Происходит какой-то мультиплат. Снова у нас комба, есть у нас КРК, дроп, да, окей, хорошо. Байт с Юрце. Юрце, но тем не менее, все равно дост у нас просто... В смысле, не блочит, наоборот, он же заплачивал. Блочил его разве? Я увидел анимацию влог, по-моему. Ладно, хорошо. Возможно, мне показало, я не берусь говорить. Знаменитая G2K. Скорее всего... Нет, решил ресетнуть, и ресет удачный. В итоге забирает еще одну очку Чузан. Да, как и персонажи, такая и автосерия у нас получается достаточно... Динамичная? Молниеносная, динамичная, да. Можно просто перебирать эти слова, которые бы означали то, что... Люди у нас просто торопятся, короче, поскорее умереть. Это правда. О! Очень хороший вингер. Да, это у нас будет у нас паниш. Нокдаун. G2K рабочий. Опять этот миксап. Угадывает Жизан миксап со стенки. Но опять не блочит лоу с реки. Почему-то. И в итоге череда миксапа приводит к тому, что Жизан забирает этот раунд. Небольшой нейтрал, если можно его таким называть. Call Slash Anti-Air у нас, тем не менее, дропается от комба до 100. Почему-то. Да, все еще... О! Очень хороший GSKH. Есть конверсия, нокдаун. Будет не тратит. На стенке, хорош дост. Не тратит все буст. Все еще остается буст. Буст есть у нас все еще у Джунзана. Можно еще немножко поиграть в этом раунде. Да, это интересный... Я не могу. Это... А почему так много урона? Потому что это заместитель Сергея, да? Он очень много урона наносит, если что. Я только что, по-моему, видел ДП у Жунзана, мне показалось. Или... А, это был этот. Все, я понял, да, хорошо. Все нормально. Снова Call Slash. Call Slash на этот раз у нас уже блочится. Снова у нас, оказывается, у нас в воздухе у нас особо оппонентов. Тем не менее, Джунзан остается у нас преимущество. Отправляется у нас доступ в смог, он вымышится. Очень хороший миксапит. Стаплен диск, миксап, КХ. Есть у нас волсит, проламывает системки. Сейчас будет использовать бонус. И, в принципе, на самом деле, ситуация очень хорошая. Была бы, если бы угадал бы доступ на самом деле кнопку. Отдается ЮРЦ, бочится. Очень блочится ЮРЦ. Джунзана будет сейчас, я так понимаю. В итоге угадан, по сути, миксап. Да. Но ничего. Все равно Джунзан забирает игру. Ну, я подозреваю, что Джунзан просто ждал сейчас, на самом деле, на пустом месте грапа доста, но ему все равно это не помешало закончить игру. Снова Голбурс делается? В очередной раз! Как же любишь Джунзан-то эту опцию? Делается зам Сереги, который попадает в хит? Знаменитый зам Серега у нас на антиэйре сегодня. Происходит очень странная интеракция. Непонятно, что ты делаешь, зам. Я подумал, что произошел рассинхрон на самом деле. Вроде нет. Игроки играют, интерактируют друг с другом. Да.
судя по всему, Видимо, Жизан сам не поверил в то, что только что произошло. И опять кушается Лоу с Реки. Возможно, прошлое токениста сказывается на досте, он не блочит Лоу. Видно то, что у Жунзан наконец-то осознал всю суть матчапа, начал просто нажимать кнопки принтрап, принтрапить, уловить Милю за всякие попытки пытаться выйти из прессинга. Угадывается. Зам Серега! Зам Серега антиэйр у нас в очередной раз. И забирает это ФТ Жизан. Интересный очень ФТ был. Это было странно. Это очень странное ФТ. Я скажу только, что это было странно на самом деле, но... Зам Сереги, которые попали там, где они не должны были попадать, кажется. Это ФТ было очень было странным, но оно не было плохим. Да. Было показано очень много интересных вещей. Я буду в баре рассказывать очень интересную историю о том, как можно, короче, да, делать всякое странное дерьмо. И... Тем не менее, как бы стоит отдать должное, как бы люди все еще нажимали решительно кнопки, комбы по большому счету не дропались. По большому счету. Классно. Мне кажется, просто под конец ФТшки сами игроки уже преисполнились и просто начали перебирать опции, просто чтобы побыстрее закончить, видимо, эту быструю, какую-то динамичную вакханалию. Ну, да, я так полагаю, что да, просто я увидел как раз в последней игре то, что Джунзан наконец-то начал играть так, как ему следовало бы начать играть после там условных там первых двух игр, когда понятно было, например, какие в принципе опции есть у оппонента на самом деле. То есть он начал нажимать кнопки, он начал делать кнопки, не ловил у человека за какие-то аттемпты выпрыжки, бэкдэша и всякого прочего вот этого дерьма, соответственно, да. То есть вместо того, чтобы просто сидеть, короче, и делать какие-то очень смешные вещи, начали происходить очень серьезные вещи, и это было очень круто. Последнюю игру я увидел, короче, да, то, что нужно было увидеть сам на протяжении всей серии, наверное. Но тем не менее, это было весело. Это было очень весело. Да, это было очень было весело. Meanwhile, у нас два больших парня, которые очень сильно пострадали. Или не очень, решайте сами на самом деле. Сау против Лео от Фэнга, Мидук против Бисенда. Не скип, у нас интро игроки. Ну, мы все-таки сидим на гранд-финале Ева. Это правда. Поэтому да, это действительно легендарная схватка. Панка против... Соник Фокса. Блин. Тем временем у нас пока что хорошие опции от Бисенда. 2К2D. Очень быстро протащили у нас мидулку в угол. Есть у нас в правом стенке. Уже на самом деле достаточно большое количество метров у нас БРЦ отдается для того, чтобы можно прочитать было опцию, но не очень сильно это получается. Тем не менее, это не является большой проблемой. Снова отправляется у нас ломается стеночка. У нас сейчас закончится позитив бонус, потому что, да, так работает игра, но да, это не проблема. Это все еще не проблема. И в итоге первый раунд за Бессендом. Не угадывает он по итогу с револьвера. Еще одно КХ. В углу оказывается Бессенд, но выходит из него. Опять еще одно КХ, не жалеет бурста. Фоллапс со стойки, который перебивает очень многое. Очень не комбится и флешки кушается. Крусап у нас не бочится. Передает сход на слева Уайтфангу. В очередной раз у нас крусап продолжает. У обоих оппонентов есть 100 метров, можно что-нибудь с этим делать. Первое решение делает. Угадывается. Не очень сильно получается. 2С по итогу профайлит это... 5К. Дропается комба, не получается. Дропается комба, да. Неправильно, видимо, выбран рут. А, надо было аэр грабить, как по мне. Вот таки первый забирает Бессон. Да, гордо и торжественно просто показывает свои прекрасные макосины на нижнем кике.
2D в КХ, не комбиться. Ранап ДП? Протаскивается у нас в угол бесен. Револьвер отменяется в РЦМ. Есть нокдаун. Есть штурм. Не блочится. Получает у нас Оки Зембу бесен. Но тратится бурс для того, чтобы выйти из нее. Да. Вот так. 2D, а? Очень хорошая кнопка. Но не закомбил. Извините. Тратится ЮРС. И забирай с раунд. Кроссап, не блочится у нас в очередной раз. Блочится. Есть планиш у нас, не стал бесен менять верхэд стойку, чтобы остаться в плюсе. О. Ему сейчас байтится. Ему... Да, бурста. Не жалеет бурста, как это последний, по сути, шанс для Бессенда. Байтил, скорее всего, флешкик. Байтил, флешкик медука, скорее всего. Так как 50 метров есть у Бессенда. Я бы все-таки здесь бы на самом деле пограбил бы, нежели нажал бы ДП, но тем не менее все еще у нас из-за БРЦ слоудауна, видимо, остался в плюсе после подлочного ДП бесент, ломает стеночку. И прожектайл выравнивает счет в этой да, в этом матче. Кресты в нейтрале, очень хороший тул. Комбится с КХ апов Нира. Оставляет в углу, но не байтит ДП. Флешкик, точнее. Опять байтит флешкик, но в итоге Бессон делает два кик. Мне кажется, надо очень, было граб. Очень хорошая ПРЦ. Да, очень и... хорошая, но если бы грабнуло, прям цены не было бы. Да, это правда. Тем не менее, у нас все еще пока что... Как же любят медуку нажимать 5К? Да. Пока что по ресурсу все преимущество на стороне бесенда, он только что дал у нас бурс. Но сейчас, да, все как-то не очень как-то хорошо выглядит, на самом убьет деле. Убьет ли медука? Есть сердце. Не убивает! У нас предложение комбы, есть у нас КХ. Но по итогу да. Бессенд не угадывает еще один раз, и медука забирает этот матч. Очень мудрое заявление, на самом деле, было озвучено было в чате, то, что игроки из Питера лучше всех используют кресты. Ну вот этот спешл очень слабо, похоже было на самом деле на крест, но оно и видно на самом деле, просто, ну... Пока что, да, у нас вифтается бросок, дается бурст. Ранап ХСДП? Ранап ДП, еще одно ДП. Люди просто не могут перестать демонстрировать свои самые лучшие инвульные кнопки. А в итоге комбана еще пол ХП. А в итоге зачем-то грабл Бессон, ты кушает в КХ Фафнир? Ну, Бессон проснулся, манканулся. КХ Фарслэш? Граб Свейка. Очень частая ситуация для, наверное, старых плееров против соло. Угадывает очень хороший 5К в оверхед, да. Пока что все хорошо. Кресты у нас нейтрали отправляются. Вифэш и слэш. Да, дроп с комба. Еще раз угадывает. ДКДП очень... ДКДП очень интересное было в нейтрале, по сути. Интересная опция, да. Угадывает миксапы? Есть 100 метров медуки, да, не стал использовать метров, чтобы выйти из угла, дал проломить стенку и отдать еще раунд. В итоге еще. В очередной раз равный счет. 6 хс. 6 пэ на вейке? Не угадывает ни один из кроссапов медука, по-моему. Или один, по-моему, был угадан. Очень хорошая ДП. Как же реально игроки не жалеют вообще реверсалов? Будет ли паниш? Будет ли полноценный паниш ДП? Почти хороший был паниш. Сейчас есть у нас 100 метров и бурст у Бесянда. Не реализуется прессинг от Бесянда. Решил отдать пейт и отдать раунд. Да. Ну, трулян, порчина. Извините, пожалуйста. Страшные вещи показывает Митуга, на самом деле. Классные комбы. Очень хорошая комба была.
Да, очень хороший комба, к сожалению, прям в самом конце, когда вот нужно так было прям довести дело до конца, дропнулось, но да. Сейчас же Шмидука выиграл, да? Блин! Я что-то вообще вышел из реальности. Там же, послушайте, Эрбу, выиграл Мидук, все правильно. Да, все, я просто что-то выпал вообще из реальности. Я просто пытаюсь, короче, вспомнить все последние события за последние 10 минут, и они были настолько были яркими, что я забываю простые вещи. Очень хороший Тарин Трейф у нас против Дланка Мити. Умирает, забирает этот раунд? Да. ДПР раунд старт? Отказывается у нас сидеть в блоке Бесянт, нажимает у нас Эйзеншторм, очень хорошо была гадана была опция. Все еще продолжается прессинг от Бесянда, ломается стеночка у нас. Будет, но не метр не тратится? Да, метр не тратится, на позитиве остается у нас Бесянд, но пока что не очень сильно ему это помогает. Он делает по итогу флешкик РС. Отдается у нас ресурсы у нас на то, чтобы можно было нажать ДП и отменить его, чтобы уйти в сейф. Но Мидука решает не тратить бурст, так как у нее еще есть жизнь. Да. Долейный флешкик в итоге выигрывает. Очень... Да, у Булгана была опция в этом небольшом скрабле, было нажат было ДП, очень хорошо. А сейчас у нас софт КД, еще один софт КД, РЦ. Будет ли у нас... Не туда. Да, не так немного комбит Бессент. Шими было небольшое. Еще раз попыталась Мидука зашимить. Решает оставить в углу, но не угадывает. Точнее, угадывает Мидука. Опять же, шими. Ну, и в итоге Wake Up Grab выигрывает игру. Там был командник, я видел. Там был командник, не очень удачно затаймил Мидука, к сожалению. Но пока что я вижу то, что на самом деле у Мидуки очень классно справляется с инпутами. Есть у нас супер в реверсалах, у нас есть ДП. Все у нас, в принципе, в порядке на самом деле. Мало, кстати, использует Бессент эту гардстойку в нейтрале, особенно против соло, у которого очень короткий лоу. Да, это правильное замечание. Правда. ЮРЦ. Да, есть у нас нокдаун, прессинг в углу. Классическая ситуация. 50 ЮРЦ, не хочется больше, ловим и... Почему-то не панишит Бессент. Еще один конфейм хит. И да. И в итоге хай-лоу миксап и дает раунд Мидуке. ДП? Не хотят вообще сидеть под рейтингом оппонента, игроки наши. Ну, мы все-таки играем файтинг. В файтинге нужно драться, как бы, а не сидеть на жопе, на футе сыграть, как бы. Здесь люди просто кнопки нажимают в блок, и это действительно выглядит динамично. Вифнутый командник? Будет ли Крусап? Крусап пока... Крусапа нету, есть РЦ. А вот как раз-то Крусап? Теперь Крусап. Еще один Крусап, но Мидука угадывает, но... и в итоге матч для нее. Ножка там, а вот левый ПВУ. Ну, все еще на самом деле это опция намного лучше, чем просто сидеть и ждать, когда нокдаунят тебя на Крусапе. Это правда. Еще одно ДП, которое не байтится. Нужно теперь конфермить теперь эту кнопочку, и все будет отлично. Jump HS перебивает. Не получается ганфейм, да, Jump HS слишком хорошая кнопка на самом деле. Комбит на трейде, Мидука. Но как мы говорили раньше, не любит у нас сидеть в углу. Очень странная интеракция, очень странный... Видимо, не тот был супер нажат. Я так подозреваю, что да, там, видимо, должен был быть супер прожектайл. Да, он там комбится, но, видимо, перепутал кнопки случайно. А в итоге хотел позонить Бессен, но в итоге Vortex говорит нет. Да, у нас конферм, у нас комбо, у нас Мидука, до смерти забивает Бессенда, очень хорошо. 2 СКХ, очень хорошая кнопка все еще у соло есть, нейтрали, которую действительно можно бояться и нужно. БД в КХ, комбится. Не до конца.
Еще один флешкик, который был очень далеко до оппонента. Снова. Убьет ли Медука на этом? Пожалуйста. Запоротый. Но убивает все-таки Медука, и по итогу 4-2 в ее пользу. Команда красивая. Мне нравится. Да, матчпоинт по итогу для Медуки. Бетсенту, скорее всего, надо собраться. И не жать так много флешкиков, к примеру, на войне. Ну, это очень, понимаешь, это очень как бы заразное поведение, потому что, в принципе, как бы тут не только тут Бесен нажимает ДП, на самом деле, стоит отметить. Да, это правда, кстати. Видимо, был либо нажат бэкдэш, либо запоротый ДП на вейке. И вот теперь не запоротый ДП на вейке. 6 слэш. Играем нейтрал. Забайтил ДП. Бесен. Форсошка Х. Конвертишь, есть у нас. Оставляет в углу, байтит это флешки. Нормально, хорошо. Больше ДП, но тем не менее все равно у нас. Да, пришлось отдать 50 метров, чтобы уйти в нейтрал. И в итоге добивает в этом раунде Медука. Очень терпеливо сейчас играет у нас Медука, он нажимает кнопки в нейтрале, заполняет пространство своими кнопками, не дает. Но стоило нажать 6 слэш, и все. Ну, там даже вифпаниш, по-моему, не было, на самом деле. Там да, не было. Не побочен был 2D, правильно? Да. Пробивает супером без Сенку. В итоге угадывает Медука. Каким-то чудом вифает Фафнир. Да, не реактит у нас на этот эпицент, его все еще остался респектив. ДП антиэйр. Отдается у нас. Тратит буст, верит Медука в свои ДП. Шансы в этом раунде, но нет по итогу. Да. Ну, в принципе, на самом деле, по ресурсам сейчас ситуация одинаковая. В принципе, буст у одинаково заряженного обоих оппонентов. Но все-таки было бы замечательно иметь буст, например, в такой ситуации. Это правда. Стеночка. Лео у нас летит у нас на позитиве. 2К КХ. Есть у нас... ДП. Уже нету. Ну, пока что все еще, в принципе... Да, только что проклятие, на самом деле, комментатора очередной раз. Только что было у нас преимущество, было у нас за Лео. Теперь у нас его нету. Есть 50 метров. Угадывается. Комба. Нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И Бесен в итоге забирает матч. Добивание у нас, дозвонился сможет... у нас Бесен в камбэчную. Да, сможет ли он камбэкнуть до 5 матчей? Сейчас мы это узнаем. Забыла как-то Медука о том, что надо все-таки байтись иногда флешкик. Все хорошее, очень быстро забывается. 2К2D. И как-то угадывает все Бесен. Не боится тратить Юрсен, но не угадывает. Или скорее угадывает Медука. Ну, в принципе, тут как бы можно просто обратить внимание, что в принципе у Бесен относительно как бы очень часто как бы такой типа для энгейджа у него получается стринг у него, да, вот этот 2К2D с этим. С 236S'ом, получается? Это 2K6K. 2D не Special Cancel Да, окей, хорошо. Да. Ой-ой-ой. Был ли это специальный байт или дроп? Докторской степени нету у нас в Ингамониксах. Тем не менее, все еще у нас... Да, дается брус Медукой. Но не получается пока что выйти из угла. Граб. Оверхед. Дропается комба, но вот сейчас вот нужно супером, нужно сломать стенку, и не очень сильно получается, ну, ПРЦ, чтобы все еще оставить за собой уход, пока что получается это у Бесенда. Попадает кнопки фин, но не конфермится. ПРЦ. Сейвится. Сможет ли Медука забрать? Нет, по итогу 4-4. Последний матч для обоих игроков. Да, продолжается камбэч у нас от Бесенда. Отказывается он отдавать эту серию, пытается дать отпор Медуке, и очень успешно пока что. Опять неизвестно, байтится специально или нет этот флешкик, но он байтится. И
использует гвардстойку, наконец-то Бессон. Какой-то очень странный был... Да, лучше не делать, конечно, миссии этот спешл со стойки, потому что он всего два фрейма актива имеет. Очень сложно, да, мне, конечно, такие вещи. Ну, пока что все очень страшновато выглядит, на самом деле, у нас в этой финальной игре. Да, для Бессон это так как... Это было очень далеко. Тратится бурс, Вот таки загоняет в угол Бессон. Бессон имеет абсолютно все шансы сейчас забрать этот раунд. Через ХКХ. Скорее всего, эта комба должна добить. В блок. Да, Лео, Бессон там успешно нас спалит 6х в блок. И самый последний раунд это ФТ. Кто ж его заберет-то? Последний матч, последний раунд. Все как положено для красивой ФТ 5 серии. Мощный у нас лезет штурм. Есть у нас паниш. Но появляется бурс. Еще один ДП, уже этот раз уже не байтится, все еще забирают у нас ход, у нас Бессон, меняются местами у нас игроки. У обоих появляется бурс, не байтится. Да. Не байтится. Но у Бессона все еще есть бурс, он все еще имеет преимущество на своей доле. Байтится ДП от Бессона, тратится бурс, чтобы поставить в углу. Убьет ли это Медуку? Нет, не убивает. Хотел крусапнуть, но в итоге Медука угадывает. И в итоге Медука делает unsafe опцию в блок. И Бессон забирает это ФТ. Чё так потно? Очень потно. И очень хорошее ФТ было. Причем оно начиналось, оно так горильно на самом деле, не побоюсь этого слова, это действительно было. Это вправду. Страшно было на это смотреть, были какие-то странные опции, были в нейтрале, как в предыдущей, в принципе, серии. Но они очень постепенно, незаметно так перетекли, короче, в аккуратную игру относительно, да, то есть как бы люди начали наконец-то байтить ДП. У нас были паниши опций, если они были поблочены. Игра это просто очень-очень-очень хорошо медленно перешла в красивую игру от обоих игроков. И у нас последняя ФТ на сегодня, а это именно Сильвер против Диверлейна. Крамачан наконец-то отписался о том, где же он все это время был, а он именно спал. У меня есть для определенного времени, когда это стоит рассказать, у меня есть, в принципе, аналогичная ситуация, когда я просто решил пропасть перед очень ответственным моментом. Благо, у кое-кого есть твой номер. Да, ты очень быстро понял, о какой ситуации на самом деле идет речь. Ну да, мне действительно помогли мне люди встать на путь истины и сказали: Ержан, вставай. У тебя турнир идет. Такое бывает. Тем временем у нас пока Сильвер у нас подбежал в комнату. Будет Сильвер у нас играть на Голдлюисе. Сколько уже прошло уже времени уже с того момента, когда Сильвер у нас пересел у нас с Тангерюки на Голдлюиса? По моим замечаниям, это много, так как у меня событие кое-какое происходило, когда он пересаживался, и это примерно 4 месяца назад. Зимой было, да. Да, примерно 4-5 месяцев назад он пересаживался как раз, да, все так. Крама извиняется абсолютно везде насчет того, что он проспал. Ну, пускай он побудет жмыхом еще 24 часа. Надеюсь, к следующему ФТ, если он все-таки согласится его комментировать, он не совершит такую ошибку. Я пока что не вижу... уже увидел, все. Да, все, он уже это. Я альтанусы посмотрел в монитор и увидел, наконец-то, Диверлейна.
Да, у нас матчап Голдлюйса АК абсолютно все чары в страве против Мили. Да. Сейчас увидим, насколько хорошо ощущает себя Милия в этом матчапе после ее изменений и насколько сильно пофигу Голдлюйсу на эти изменения. Но не забываем, что у Голдлюйса тоже были очень хорошие изменения в патче для него. Ну, я поэтому и сказал то, что насколько пофиг ему на эти изменения. И у нас один из самых больших чаров, наверное, против одного из самых бытовых чаров. Очень хороший у нас пока что граунд-сучный трау. Быстро перетек у нас он, да, подлетел. Быстро решить у нас подлетает. Да, респектит у нас оппоненты друг друга, точно. В итоге Сильвер уже показывает новые техи на Голдлюйсе. Как и, да, в принципе, Диверлейн. Дешканцева у нас с Тайфоном. Дают у нас экстендить у нас прэшу и... И уже раунд для Сильвера. Да. ХП Мили сказывается на этом все. И в урон этого Голдлюйса, конечно же. Не угадывает Сильвер насчет опции очень хороший 5х. Угадывается 6П. Нет, стоп, это не... А, да. Ладно. А своего хендеров, кстати, нету у Мили? Нет кого? Своего хендеров, естественно. А, ну... Закомбит ли? Не закомбит, но ресетает. Угадывается бросочек у нас, о, все еще уже ой-ой-ой. Уже больше нет ПРЦ. Будет ли тратиться бурс? Не так много, не будет. На самом деле. Да. На самом деле не так много урона нанес Сильвер с ПРЦ канцел, как я ожидал по Милии. Ну потому что было ФД прожато от Диверлейна. Ну да. Я просто все-таки рассчитывал на то, что Милли не будет в этой тракции чувствовать себя как обычный персонаж Guilty Gear. Но... скорее всего, это комбо... Нет, не насмерть. Нет, не насмерть. У нас это... Но да. Они угадывают с оверхед, и в итоге насмерть. В итоге Сильвер забирает первую игру. Что-то я, глядя на эту бомбочку, я вспомнил недавно брошенную вот эту картинку про пол того, то, что это... Я... этот, где Голдлюйс и Нагириюки. Где там Голдлюйс говорит, типа, вот, у меня, короче, есть гранатка, это, типа, нейтрал тол, типа, очень классный. И он требует ресурсы, там, и там, о, ты такой милашка, а потом показывает тебе, короче, тебе бибой, тебе Нагириюки. И такие, о, нет, господи, кринж департмент. Нет, там был проклон. Ну, нет, там не проклон был, там был про бибой был, все-таки. Да, там был бибой. Ладно. Ну, в принципе, это справедливо, мне кажется, что для Бейблейда и что для клона. Да, это все еще правда. Пока что у нас граф, у нас получается... Не угадывает нас... миксапы вообще. Да, не угадывает миксапы, все еще остается у нас прежним уход. За Дивером комбит посмертно. Ну, посмертно для Сильвера. Да, посмертно Сильвера, конечно. Тайфун блок. Как же много хп это забрало, господи. Очень сильно респектят друг друга оппоненты. Не торопится, не мышь, ничего. Ну, угадывается сказал, по итогу? Я бы не сказал, потому что на самом деле Голдлюйсу нужно сильно торопиться. В принципе, наверное. Это скорее справедливо для Мили, потому что она всегда хочет как можно скорее загнать оппонента в угол и начать его миксапить. Она всегда успеет. Я бы так сказал, наверное. Кстати. Ну, скорее ты прав. И бомбочка добивает на удивление Мили. Ну, это уже как-то... Как-то по-мильевски было. А, Guilty Gear. Да. Угадывается. Хороший АБРФ, Тайфун. Делается Wake Up Winger. Да, без пробития стены. Панчи у нас не конвертится ни во что. Дает у нас ПРЦ. Бэкдэшит 2 ХС. Да, грабчик. Будет у нас диск.
КХ 2С, но не конфермится, да. Ты хочешь давать буст? У нас есть, у нас софт КД с... Да, окей. Бусты. Успевает. Ага, окей, хорошо. Угадывает дивер. Очень хороший бэкдэш. Не угадывает при этом дивер. И в итоге он вынужден блочить очень страшно. Все еще очень хорошо получается угадывать тайфуну у Зевера, удается ему выйти ему из прессинга снова в нейтрал. И сейчас ему очень сильно нужно постараться прыгать эту трассу, и Зевер забирает. Да, очень хороший джамп-хэви был КХ, конфирменный. Очень долгие матчи, очень хорошие, я могу сразу сказать. Ну, оба оппонента проявляют терпение, ждут опции друг от друга, пытаются играть от них. Да. Оба одновременно и угадывают, и не угадывают. Wake up, grab. Неожиданно, но он появился в этом матче. Крусап у нас на оке. Не реакция у нас с Сильвером. У тебя еще остается холод у нас за Девером. Ломается стеночка. Очень мало хп остается у Сильвера, но у нее есть 50 метров, в принципе, для того, чтобы можно было попробовать что-нибудь с этим сделать. И, в принципе, у Крисапа тоже Гудлиуса есть на это шансы. Тайфун в блок, еще один тайфун у нас через РЦ, дает 50 метров. В итоге зачем-то делается 5D блок, из-за чего, скорее всего, Сильвер умирает. Ну там не было, в принципе, паниша. Но Дивер забрал ход, справедливости ради. Да. Это правда. Всего-то два раза, по сути, попал Дивер в хит, и у Мили уже нету, считай, хп. Как-то... Да, окей, хорошо. Наверное, вот именно так я, наверное, ожидал, что будет раунд обычный в Гудлиусе против Мили, на самом деле. Я тоже, в принципе, это ожидал. Не получается нажать самую лучшую R-кнопку у Гудлиуса Сильвера, перебивает сход, ломается стенка. Диски у нас в нейтрале от Дивервейна, пытается заспейсить, оставить за собой право на существование на этой арене. Дивер. Не очень пока в итоге оказывается в углу. Да. Жрет очень много чип урона, из-за чего у него уже под сути 70% хп только осталось. И чип урона много, и еще при этом посмотри просто на это бешеное количество нагрева, на самом деле, которое только что у него было 50, но бросок, да, очень. Тратится буст, так как это по сути последний шанс для дивера. Ооо, это не очень. И в итоге. Это на самом деле очень грустная интеракция была, вот это в хайркара побочного в РЦ, и ты все равно оказываешься просто в бомбочке. То есть это ты просто как бы сам себя, короче, кинул на баррикады, и все, ты там закончился. Ну, бомбочка с фулл метом. Да, все так. Очень хорошо держит спейс. Видно было сейчас Девер на расстоянии того, что можно было посмотреть на тайфун и потом влететь в него, но опа, ему пулемет неожиданно помогает. Да. В итоге жрет хит, но не комбится докончательно, но все равно забирается раунд. Очень много урона наносит у нас Гудлиус по мили в блок. Чип уроном стоит. Честно говоря, он всем наносит много урона, что в блок, что в хит. Ну да, просто как бы мили. Мили это ощущается не почти всех, да. Это стекло. Тайфун в хит, нокдаун есть у нас, грабчик на делается брейке. Делается страйк-троу, да. Ловится выпрыжка и в итоге убивается. И еще один матч для Сильвера, который прошел очень быстро по сравнению с другими. Какой насчет у нас получается сейчас? 3-1 в пользу Сильвера. 3-1, да. Так, какой-то странный чекинс за оппонент коннекшн. Скорее всего, они рематчнули, но мы это не увидим. Я очень надеюсь, очень обидно, что это не так. Connection has been lost. Okay, да, это хорошо. Скорее всего то, что я и сказал. Mm-hmm. Да, они играют... или не играют, погодите. Да, вот, они играют следующий, да, это иногда такое происходит. Ну, да, но... Обычно, да, нужно как бы это... А у меня же матч поставлен. У меня тоже не получалось мне это делать, нужно просто на систем, нужно было сетапить, да. У меня почему-то рематч, я, видимо, не принял это, то, что у меня Венер Стейт стоит. Но я вроде ставил, но, видимо, не сохранилось. Мы можем покомментировать, конечно, хп-бары оппонентов, наших игроков, которые мы видим вот тут.
А мы видим, как половина хп Эмилии просто исчезла. Ну, еще одна треть исчезла. Я так понимаю, просто Девер в следующей игре проснулся, понял то, что он может стать голдлюсом, сразу очень быстро отнял хп, а потом Сильвер решил напомнить, что здесь настоящий голдлюс, и да. Да. Это очень на самом деле смешно наблюдать, как Умили вот так вот огромными кусками исчезает хп в лобби. Очень смешно наблюдать. Да грустно для Эмилия-плееров. Это, в принципе, на самом деле в лобби со всеми случается, как бы, то есть, ну, да, но тут я бы сказал бы то, что это более стремительно. Это очень быстро, да, происходит, и мы видим, что уже 4-1 в пользу Сильвера. Увидим ли мы на самом деле, будут ли ребята терпеливыми, и нет, окей, хорошо, ладно. Уже 4-1 в пользу Сильвера? This is вроде, если мне не изменяет память. Мы не видим следующий матч, да, к сожалению? Да. Давай я тогда тегну обоих игроков и спешу, чтобы они переиграли последний матч, чтобы мы его увидели. Если они посреди боя захотят альтабаться, на самом деле, вот в чем проблема. А может просто кто-то одного кого-то скорее Галулью с Милю добить и все, мы... и они нажмут это, не рематч, а выйти. Так. Я им написал. Я надеюсь, они увидят это хоть кто-нибудь. Вот это, конечно, это ошибка с моей стороны. Мне казалось, я даже принял, что у меня стоит Winner Stage, чтобы такого не происходило. Но, увы, я забыл принять просто. К сожалению, мы можем только комментировать хп, видимо, игроки все еще не увидели. Ну, я могу только сказать то, что на последнем вздыхании Сильвер сейчас... Я просто сейчас заколю то, что Сильвер сейчас забирает раунд, на самом деле, у Дивервейна. Просто потому, что это классика будет Мили. О, смотри, он ползет, он идет к этому. Сможет ли он забрать? Он сделал! Он закончил его! Или... Стоп, нет, не стоп. Закончил, он не закончил. Стоп, это дабл килл? Это дабл килл? Это было очень было близко. Я просто прям вижу прям по хп бару, что это было очень было близко. О, в итоге забирает по итогу Дивер. Не знаю, может считать ли вот этот последний раунд их? Последний матч, точнее. Окей, они попросили посчитать. Так, в смысле? Ну, посчитать что? Вопрос. Посчитать последние раунды, которые мы не видели, но они играли. По крайней мере, Дивер Рейн согласился на это. Еще раз мы смотрим. Нет, не смотрим. И по сути матчпоинт для Сильвера. Либо мне кажется, но происходит... это мне, скорее всего, кажется. Ты подумал, что был рассинхрон, что ли? Нет, лаги были небольшие такие. Не, все вроде достаточно легитно выглядит, на самом деле. Лома, да. Пока что ход остается полностью за Милей. Капель. Но долблюсь, угадывает. Да. И, скорее всего, сносит... Ну, не половину хп, ну, с щипом половину хп, считай. Но... Ужасные миксапы Мили заставляют Сильвера прожать бурст и, по сути, молоко. А получается, счет у нас 4-2? Да, получается 4-2. Получается, у нас 4-2, у нас Диверойн все еще борется за возможность победы в этом сете. Да, правда. Все еще существует у нас камбэк. Так, забирает ход Дивер. Бэкдэшит первый хит, но... 6 хс мили работает так, что его нельзя забэкдэшить. Луна у нас в РЦ. Будет комба с правом стеночки. Да.
Нитро у нас уходит, на уходит нет, Нитро. Мы еще остаемся на позитиве. Вифейт у нас Сильвер, да, Тайфунова, да, у Метро. Я остается в углу. Значит, не угадывает. Сейчас стоял в прессе, да. Угадывает по ЮРЦ по итогу, несмотря на то, что Сильвер, по сути, его байтил как раз-то. Но забирает ну... раунд по итогу Сильвер. Угадывает, по крайней мере, оверхедные тайфуны. И угадывает даже гапы. И начинает милять свои миксапы, но респектует дивер Сильвера. Все еще остается. 6П угадывается, но... и да. Вот ТГ добивается. И в итоге да. Сильвер забирает этот ФТ. И на этом все наши сегодняшние пары закончились. Очень хорошие, как по мне, пары были. Я даже рад, что получилось так всех их сбалансировать. Но, конечно, обидно, что ни у Шатала, ни у Карамычан не получилось покомментировать это все. Ну, у Шатала просто ситуация, а вот Карама жмых. Карама и правда жмых. Карама жмых. О, к сожалению, тут много менять придется. Ну, в общем-то, могу сказать... Да, еще никто не отыграл, потому что я забыл вообще про эту... Про эту... Про эту сцену? Да, про эту сцену. Пиелл хорош, никуда не опоздал, успел он добежать к нам наконец-то на начало игр. Да, прямо сейчас мы зовем за Эдоста. Да. Ну, в общем-то, сегодняшние ФТшки закончились. Я очень рад, что их провел. Рад, что пары получились очень хорошими и, можно сказать, интригующими. И да. В ближайшее время я объявлю следующий набор на следующие ФТшки, которые будут проходить в следующую в субботу в то же самое время, а именно 15.00. Любые желающие приветствуются. Кто да. угодно, любого уровня, любых персонажей, любых кого угодно вы хотите в оппонентов. А, сразу тогда короче, да, получается, я же правильно понимаю, как раз то, что типа, ты набор людей, короче, звать собирать будешь у нас на ГГРУ, получается, правильно ведь? Да, я собираюсь в ГГРУ, так как, ну, справедливости ради в ГГРУ просто больше людей увидят, мне кажется. Да, все так, поэтому на самом деле, если кто-то не знает, то да, у нас есть русский Discord по Guilty Gear Strive, русская комьюнити. Очень много разных всяких ивентов стараемся проводить для всех желающих. В том числе, вот, спасибо большое Твиннику за классную FT5 серию. Если хотите участвовать, можете как раз дождаться следующих анонсов вот в этом Discord'е. И... записаться, либо посмотреть еще, ну, удивительную, красивую, классную серию FT5 игр, да. Добро пожаловать, будем очень сильно рады любой вашей активности. Будь то вы игрок или зритель, всегда приятно. Странно. Ладно. Я тут, да, я... А, я понял, почему? Окей, все. И на этом я тогда поблагодарю всех и попрощаюсь тогда. Всем еще раз спасибо огромное. Да, еще раз тебе большое спасибо, то, да. Что решил... провести такую классную серию, собрал ребят. Да. Тебе спасибо всем, кто был. Спасибо большое. Да. Жду в следующую секцию субботу. И увидимся.